«Свет далекого детства». В книге под таким названием педагог Юлия Тумаланова собрала короткие рассказы для своих учеников. На презентации нового издания побывали и мои коллеги. Короткие рассказы для детей – особый жанр в литературе. От автора требуется умение подавать историю так, чтобы она была понятной, интересной и поучительной. Юлия Тумаланова больше 50 лет проработала учителем начальных классов и хорошо знает. Маленькие дети любят слушать истории о том, как взрослые. Из воспоминаний родилась идея книги. Я им рассказываю из своей жизни. Они с открытым ртом слушают. И однажды одна девочка нарисовала то, что я рассказала. И у меня появилась идея. Давайте, дети, мы с вами проиллюстрируем вот эти все рассказы с радостью. За неделю сделали это, эти картины, вы увидите книгу. «Свет далекого детства» – книга не только для детей, но и для взрослых. Юлия Васильевна надеется, прочитав ее, мама и папа поймут, как важно учить ребенка на собственном примере, как необходимо сохранять и передавать из поколения в поколение воспоминания, из которых складывается история семьи.